вот как ты в общем и целом у нас выглядишь. Ну, немножко чуть-чуть лысый. Ниточки практически все развалились, вот одна осталась. Ну, да. Я не буду ее теребить, она сама потихонечку отходит. Я потому что вчера это задела одну, там вот тоже все была, нормально. И у нее закровило, поэтому я тоже стараюсь. Ничего страшного, они сами рассасываются, я просто шил ими глубоко, и те хвостики, которые наружу, пусть они сами у нас разрушаются, они все в течение 8 недель распасутся. Так, смотрим, орбита. Из носа ничего не выделяется? Нет, сейчас не подчихивает, не подкашливает? Нет, сейчас нет. Ничего за ним не замечаю. Ну, первое время после операции, понятно, было чуть-чуть, а сейчас нет. Так, из носика чисто. Да, так, нет. Ротик. Он мне не дается, ты же уже устал от таблеток. Все, он дается. Меня он кусает. Вы просто волшебное слово не знаете. Чуть-чуть зубики подкравливают. Ладно, хорошо, молодец. Так, почелюстные лимфоузлы. Смотрим. Дышит нормально, а дышки нету. Нету. Но носится с кошкой. Так очень похож на кота. Так, голова, лимфоузлы симметричные. Ну, он ведет себя как обычно. Как обычный кот. Ничего нету такого. Сейчас уши. Вот смотрите, обязательно регулярно осматривайте радужку, да? То есть вот она сейчас ярко-ярко-ярко вся желтенькая, никаких пятнышек коричневых у нас нигде нет. То есть ничего нигде не появляется. То есть сам глазное яблоко расположено ровно, видите, никуда не выступает, ничего не слезится, ни яиц не краснеет. И сейчас мы еще глазное дно только глянем чуть-чуть. Нормальненько. Так. Мне там должно писаться, да? Там пишется. Ну, я не могу сказать. Вот эти вот серые поля, это просто волокна сетчатки нервные. Они от диска зрительного нерва оболочечку имеют. То есть это не страшно. Дивикор пьем. Да. Энап пьем. Да. Нам утром, да. Чтобы не травмировать еду, кладу. А с другой стороны. Ну, просто спрятался, он насупился еще. Он да, жался так, и все, делайте, что хотите. Знаете, поставьте его с усликом. Ну, знаете, как вот здесь? Правое. Да, то есть за передние лапочки, да, и на задние лапочки, чтобы он встал. Да, 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 вот как раз вот так. Да, чтобы просто симметрично, доктор, послушай. Держись, лапы. Ну, немножко жестковато дыхание, но так как и было, чтобы хрипов нет.